Столица Армении стала 8-м городом страны, где по подземным трассам побежали поезда метро. Выступая на торжественном митинге, первый секретарь ЦК Компартии Армении Демирчан сказал, что строительство метро – новая страница в летописи бурного преображения Еревана. Метро связало густонаселенные районы центральной части города с зоной промышленных предприятий. На проходке туннелей, в сооружении станции трудились отряды метростроителей из 7 городов нашей страны.